Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней лекции – тема 13 «Государственный контроль и надзор в области предпринимательства». Говоря о правовых отношениях в сфере государственного контроля и надзора, то здесь в первую очередь у нас рассматривается первое – это порядок проведения проверок, осуществляемых органами государственного контроля. Второе – порядок взаимодействия органов контроля и надзора при проведении проверок. Права и обязанности проверяемых субъектов при проведении контроля и надзора, меры по защите их прав и законных интересов, права и обязанности органов контроля и надзора и их должностных лиц при проведении проверок. По предпринимательскому кодексу Республики Казахстан не регулируются отношения, связанные с государственным контролем в сфере таможенного дела, контролем за выполнением недропользователя условий контрактов и лицензий на недропользование, высшего надзора, осуществляемой прокуратурой, контроль и надзора в ходе досудебного производства по уголовному делу, правосудия, оперативно-розыскной деятельности, контрразведывательной деятельности, контроль за соблюдением требований законодательства о государственных секретах. Задача государственного контроля и надзора является обеспечение безопасности производимой, реализуемой, проверяемой субъектами продукции, технологических процессов для жизни и здоровья людей, защиты их имущества, безопасности для окружающей среды, национальной безопасности Республики Казахстан, включая экономическую безопасность, предупреждение обманной практики, экономии природных энергетических ресурсов, повышение конкурентоспособности национальной продукции и защиты конституционных прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц. Государственный контроль и надзор за предпринимательством осуществляется на основе принципов независимости, объективности, беспристрастности, достоверности форм контроля и надзора. Государством гарантируется подотчетность и прозрачность системы государственного контроля и надзора. Проведение государственного контроля и надзора осуществляется на основании поощрения добросовестных проверяемых субъектов, концентрации контроля и надзора за нарушителями. Субъектами государственного контроля и надзора являются физические лица, юридические лица, в том числе государственные органы, филиалы, представительства юридических лиц, за деятельность которой осуществляется государственный контроль и надзор. Объектом государственного контроля и надзора является имущество, находящееся на праве собственности или ином законном основании у субъекта государственного контроля и надзора, ближайший к государственному контролю и надзору. Что такое государственный контроль? Государственным контролем является деятельность органов контроля и надзора по проверке и наблюдению на предмет соответствия деятельности проверяемых субъектов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, в ходе осуществления, по результатам которым применяются меры правоохранительного характера без оперативного реагирования. Контроль подразделяется на внутренний и внешний. Внутренний контроль регулируется данным кодексом, который мы с вами изучаем, а внешний контроль является контролем, осуществляемым органов контроля и надзора по проверке наблюдений за деятельностью проверяемых субъектов. По результатам и внутреннего, и внешнего контроля осуществляется результат деятельности, соответствующим, ниже мы рассмотрим. По результатам внешнего контроля, если выявляется определенные нарушения, в пределах своей компетенции возбуждается административное, дисциплинарное производство, либо инсценируется соответствующее исковое заявление в пределах своей компетенции. Государственным надзором является деятельность органов контроля и надзора по проверке, профилактике и наблюдению за соблюдением субъекта надзора требованием законодательства с правом применения мер оперативного реагирования в ходе ее осуществления, по результатам которого могут приниматься административное взыскание. Надзор заключается в применении уполномоченным государственным органом правоограничительных мер оперативного реагирования без возбуждения административного производства. Надзор подразделяется на высший надзор, который осуществляется прокуратурой от имени государства в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законом Республики Казахстан о прокуратуре, и надзор, осуществляемый уполномоченным государственным органом в порядке и условиях, установленных изучаемым нами предпринимательским кодексом. Контроль и надзор за деятельностью субъектов контроля и надзора осуществляются в форме проверки и профилактики контроля и надзора,
носящих предупредительно-профилактический характер. Профилактический контроль и надзор подразделяется на профилактический контроль и надзор посвящением субъекта контроля и надзора и профилактический контроль и надзор без посвящения. Профилактический контроль надзора с посещением субъекта контроля надзора является контроль надзора, осуществляемый органом контроля надзора в отношении конкретного субъекта контроля надзора, направленный на профилактику, предоставление рекомендаций для устранения причин и условий совершения правонарушений в целях профилактики, предупреждения, наступления угрозы жизни и здоровью человека в окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц государства. По результатам профилактического контроля и надзора с посещением субъекта контроля и надзора составляется предписание об устранении нарушений без возбуждения дела об административном правонарушении. Профилактический контроль и надзор без посещения субъекта и контроля надзора осуществляется с соблюдением следующих условий. Первое. Органами контроля и надзора запрещается посещать субъекты контроля и надзора. Второе. Не требуется регистрация в уполномоченном органе в области правовой статистики в специальных учетах предварительных ведомствах. И третье. По итогам профилактического контроля надзора без посещения субъекта контроля надзора, в зависимости от вида составления итогового документа, это может быть справка, заключение, рекомендации, без возбуждения дела административного правонарушения, в случае наличия нарушения, но с обязательным разъяснением субъекту контроля надзора порядок его устранения. Для проведения профилактического контроля надзора без посещения субъекта контроля надзора определяется порядок проведения профилактического контроля надзора, значит, с обязательным указанием целей, инструментов, способов проведения, перечность субъекта, кратности проведения, способа учета профилактического контроля надзора без посещения субъекта контроля надзора. Результаты анализа профилактического контроля надзора без посещения субъекта контроля надзора могут являться основанием для отбора субъектов, объектов контроля и надзора для проведения профилактического надзора и контроля с посещением субъекта контроля и надзора. В статье 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан даны 115 сфер деятельности субъекта предпринимательства, которым осуществляется контроль. Прошу ознакомиться с ними. В зависимости от того, чем будете в перспективе вы заниматься, вы для себя должны уяснить, является ли входите в эти 115 сфер. В статье 139 Предпринимательского кодекса дано 19 направлений сфер деятельности субъекта предпринимательства, которые осуществляются надзор. Порядок организации проведения проверок и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта контроля и надзора происходит на основании следующих действий. Первое. Посещение субъекта контроля и надзора должностным лицом государственного образа. Органам. Второе. Запрос необходимой информации, касающейся предмета проверки. Третье. Вызов субъекта контроля с целью получения информации о соблюдении требований. Запрещается проведение проверок по особому порядку проведения проверок от профилактического контроля и надзора с посещением субъекта контроля и надзора в отношении субъектов малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства, в течение 3 лет со дня государственной регистрации, кроме созданных юридических лиц в порядке реорганизации и правопреемников реорганизованных юридических лиц. Государственный контроль и надзор проверяется с учетом распределения субъектов контроля и надзора по 4 группам. В первой группе относятся субъекты контроля и надзора, в отношении которых применяется особый порядок проведения проверок на основании оценки степени риска. Внеплановые проверки, профилактический контроль и надзор с посещением субъекта контроля и надзора и профилактический контроль и надзор без посещения субъекта и контроля и надзора. Ко второй группе относятся субъекты контроля и надзора, в отношении которых проводятся внеплановые проверки, профилактический контроль и надзор с посещением и без посещения субъекта контроля и надзора. К третьей группе относятся субъекты контроля и надзора, в отношении которых проводятся внеплановые проверки и профилактический контроль без посещения субъектов контроля и надзора. К четвертой группе относятся субъекты контроля и надзора, в отношении которых производится только профилактический контроль и надзор без посещения субъекта контроля и надзора.
Субъекты контроля надзора, отнесенные к первой и второй группе, могут быть перенесены в третью группу соответствующих сфер деятельности субъекта предпринимательства, если такие субъекты заключили договора страхования гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами, и если в законах Республики Казахстан и критериях оценки степени риска, регулирующих государственных органов, определенные случаи освобождения от проверок по особому порядку проведения порядка и профилактики контроля надзора с посещением субъекта контроля надзора. И третье, если субъекты являются членами саморегулирующей организации, основанной на добровольном участии в соответствии с законом о саморегулировании. Проверки делятся на следующие виды. Первое – проверки, проводимые по особому порядку на основании оценки степени риска. И вторая – неплановые. Проверка, проводимая по особому порядку, является проверка, назначаемая органами контроля и надзора на основе оценки степени риска в отношении конкретного субъекта контроля и надзора в сфере государственного контроля и надзора с целью предупреждения и устранения непосредственной угрозы жизни, здоровью человека, окружающей среды, законным интересам физических и юридических лиц государства. Внеплановой проверкой является проверка, назначаемая органом контроля и надзора по конкретным фактам и обстоятельствам, послужившим основанием для назначения внеплановой проверки в отношении конкретного субъекта контроля и надзора с целью предупреждения, устранения непосредственной угрозы жизни и здоровья окружающей среды, законным интересам физических и юридических лиц. Должностные лица контроля и надзора, прибывшие на объект проверки и профилактического контроля с посещением субъекта и контроля надзора, обязаны предъявить субъекту контроля: первое, акт о назначении проверки и профилактического контроля, второе, служебное удостоверение и при необходимости разрешение компетентного органа на посещение режимного объекта, четвертое, медицинский допуск, наличие которого необходимо для посещения объекта, выданного в порядке определенным уполномоченным органом. Сроки проведения проверки профилактического контроля не должны превышать для субъектов микропредпринимательства не более 5 рабочих дней, для субъектов малого, среднего, крупного предпринимательства, не являющихся субъектами частного предпринимательства, при проведении внеплановых проверок не более 10 рабочих дней, при проведении проверок по особому порядку не более 15 рабочих дней. В области ветеринарии, карантины, защитных растений, семеноводства, зернового, хлопкового рынка не более 5 рабочих дней. В области соблюдения трудового законодательства Республики Казахстан в части безопасности, охраны труда на строительных объектах с учетом их технической сложности, относящихся к технической сложности объекта не более 5 рабочих дней, не относящихся к техническим сложностям объекта не более 4 часов рабочего дня. При проведении проверки профилактического контроля и надзора с посещением субъекта контроля и надзора должностные лица не вправе проверять выполнение требований, не установленных в проверочных листах, требовать представления документов, информации, образцов продукции, если они не являются объектом проверки, отбирать образцы продукции и пробы обследованных объектов окружающей среды без оформления протокола об отборе указанных образцов, разглашать и распространять информацию, полученную в результате проведения проверки, соответствующим какую-либо коммерческую, налоговую, законную тайну, ну, за исключением, естественно, законов Республики Казахстан. Превышать установленные сроки проведения проверки, проводить проверку или профилактический контроль с посещением, в отношении которого ранее уже проводилась проверка, проводить мероприятия, носящие запретный характер и затратный характер для субъектов контроля. Порядок оформления результатов проверки. По результатам проверки оформляется акт о результатах проверки и второе – предписание об устранении выявленных нарушений. К акту результата проверки обязательно прикладывается предписание, акты отбора образцов. По каждому акту о результатах проверки выявляется только лишь и может быть предъявлено только одно предписание. Изъятая выемка подлинных документов, производящих в соответствии с нормативно-уголовным процессуальным кодексом, запрещено. Условия предоставления
По результатам профилактического контроля и надзора с ощущением субъекта контроля и надзора на основании системы оценки рисков должностные лица в случае нарушений составляют предписание. Ну и для того, чтобы мы могли с вами конструктивно дальше вести разговор на семинарском занятии, я вам рекомендую на основании нормативно-законодательного акта предпринимательского кодекса вот данные вопросы разобрать самостоятельно, и мы с вами на семинарском занятии будем рассматривать эти вопросы.